Ой, ты где? Ой, ты где? А куда бьем? Он же дрована будет контролить. Не пейте Дарнавана, вы что? Слушай, завязывай, у тебя микрофон рыбит. Дарнова, на контроль тебя опять. Верните демона. Лок лежит. Ты не в силах противиться Контроль. моей воле. Духи, переходим. Бегите, бегите, блядь. Танки ведите, босса, духи вышли. Ты не в силах противиться моей воле. Ступай во тьму. Войтрак. Вечную тьму. На все воля господина. Ваша смерть. Бля. Если я ошибаюсь, то лут-то на нем висит, какая хер ну, разница, тогда, или да. Что нет.
Я так понимаю, он просто обиделся, что кто-то АФКшит и решил сам поафкашить. А, нет, он... Чё, кто может рейд порелить? Рад тебя видеть! Войд. Войд. Надо уйти срочно. Разроль и уходи. Кому Ирела? Благодарю духов, что они послали нам вас. Смиритель небес уже улетел. Быстрее на борт молота Оргрима. Если вы поспешите, то еще сможете его нагнать. Мне нужна цель. Я Кабагош, храбрый воин. Солдат Альянса тут очень много. Капитан Саурпан будет рад видеть вас на борту молота Оргрима. Мы будем сдерживать Альянс, пока вы не будете готовы к взлету. Пехота молота по местам! Ну так что, кто порулит там? Воспряньте, сыны и дочери Орды! Сегодня мы будем биться со смертельным врагом Лактарагар! Горкрон, взлетаем! Видите? Что это там вдалеке? Боевой корабль Альянса! Все на палубу! Сейчас вы ответите перед Саурфангом! Бери свою калошу! Не то мы ее прямо в небе взорвем! Арте тут делать нечего! Пехота! Сержанты! Ой! Уничтожите! Как ты смеешь ступать на мой корабль? Сейчас ты умрешь! Пушки!
Альянс повержен. Вперед, королевичу! Да тут Войт, он просто не РЛ. Я так понимаю, он говорить не может. Ух ты, осколок. Что тебе нужно? Кортра! Выдвигайтесь! Герои, будьте начеку! Лет только что... Присоединись ко мне, отец! Перейди на мою сторону, и вместе мы разрушим этот мир во имя плети и во славу короля Лича! Мой мальчик погиб у врат гнева. Я здесь, чтобы забрать его тело. Старый упрямец, у тебя нет шансов. Я сильнее и могущественнее, чем ты можешь представить. Мы назвали его Дранош. На орочем это значит сердце Дренора. Я бы не позволил чернокнижникам забрать его. Он был бы в безопасности в Городаре под защитой старейшин. Я пообещал его матери, когда она умирала, что пройду через темный портал один. Неважно, умер бы я или выжил, мой сын остался бы цел и чист. Сегодня я исполню это обещание. Жалкий старик! Ну что ж, герои, хотите узнать, сколь могущественна плеть? Во имя короля Лича! Геру. Я пока не могу починить.
похороним тебя, как подобает, в Награнде, рядом с матерью и предками. А че тишина какая ворка? Куда ждем? Слушайте, а зачем мы разлить? Идемте так. Какого хрена?
Сейчас трэш сзади будет внимательно. Ловушка ловить. А, собаку агрите. Агрите собаку. Ловушка, ловушка. Давите кулак, ПДК. Снова эту трубку. Блядь, ты можешь прекратить? Вот на войде, да сколько можно, чувак, не рыпи. Заебал там кто-то трещать уже, как хуй в коробке, блядь. Да-да. Смотрите, вот на войде его нет. Вот на ханта, ребята. А, на ханте, сори. Ну тогда можем начинать. На рейндж кто идет? Да какой рейндж, это же бычка. Погнали. Сейчас забирай слизняка там. Танк забери большой.
можно Рокстеру ману залить кто-нибудь? Разбегать из взрыва. Вы разбежались, побежали. Пауза, дыра. Кидайте ролл. Так, травма кому нужна? Дай пароль. Зачем две споры в одно место? Шпалка, уйди! Не умрем.
Пау, снимай с дыки, танчи ты, Пау, Пау, сними. Кани, забирай. Просто день кастеров сегодня смотрю. Мы без войны не запустим, что? Хикать надо. Ну чё, мы тут 3 часа будем стоять из-за того, что Войт ушел, обиделся. Он не обиделся, человек просто не смог. Пошлите дальше, кровь еще есть. А он этот самый, он насовсем будет вот так стоять или вернется? Надо у него спросить. А как же у него? Как шмот Роксеру выбиваем на хилах. Что там поры до сих пор стоят АФКш? Слишком далеко. Надо подождать. А почему профессор не пойдем?
потому что будет АФК, он не запускается трэш. Войт, мы все разрулили, если ты тут. Походу лед собирает. Теперь другая половина рейта в другом месте. Да мы не смогли его запустить без тебя. Вообще ивента не было. Теперь без хаба и Клаймана не запустится. Прекрасно. Пока его не выкинет из ЦУК, не запустится. Смотрите, сколько я ХПС дал. В моем тушмоте. Шкафаните хотя бы. Ставьте шкаф. Теперь маха ФК. Ну нормально, вы чё вообще? Пошлите без маха. Пиздец, столько времени просрать.
Мы минут 20 тупо вот это стояли. Что танки определились? Пуляйте, блин. Че будем стоять? Из одного мага? Это приказ, бери. Пошел вообще. Зеленый, отходите от зеленого. Кто-то не успели накинуть, ребят. Что? Это еще откуда? Пуля на вылет, слизи. Зеленые, отошли оттуда, зеленые. А нахер есть не войду. Он здесь? Да, он попросил резнуть его. Беги, 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 чувак. Коба, осторожно. Ты сейчас умрешь, обом, уберись оттуда, умрешь. Зеленый вылился. Ну, прости. Христа, встаньте, не успеем. Да нет, залупа на самом деле без Рэлла что-то делать, если прошу прощения, кажется, мой французский. Дайте ману Рокстеру, пожалуйста. Осторожно, красный, резко... Сейчас пройдет и резко убирайте, или сдохли. Вон не замедлил, так что бежим вовсю к столу. Геру дайте. Геру. Кота. Кота. Оба осторожно. Полетел.
Ой, танк у нас умер. Кто менять будет? Берните протопава, ребят, быстрее. Протопав мертв. БР протопава. У кого есть? Чилим, чилим. Бьем, все нормально, только танков не роняем. Колбы, колбы, ребята, бежим. Кстати, добиваем, забери спала АТК. Ну, последний лям. Да вы что? Похоже, у меня ничего не выйдет. Это было весело. Смотрите, ноги в рейде ЦУК и спрашивает в гильчате. Сегодня ЦУК? Но он за героя имеет в виду. Так пусть так и пишет. А то он АФКшил как бич там. Мы запускали ловушку. Что у вас там случилось с ЦВК? Что там Слава творился или что там с ним? Да, можно сказать и так. Вань, я тебя просил, ну блин. Он вообще жесткий. Он в чате теперь пишет, короче. Так может, человек микрофон сломался там. Хрен его знает. Нет, он сказал, ему нужно отойти. Он сказал, ему нужно отойти срочно. Он в рейде, но пишет в чате. Ну это там слот есть. Вместо него. Вместо него. Что там еще упало с ЭТ, из профа? Третье что? Вань, ты кем пойдешь? Да все равно. Могу ретриком пойти. Ваня, ты Геру сегодня поведешь? Ну не знаю, если успею, то может поведу. Через 7 для меня рановато, чтобы на 8, я бы успел бы точно. Подождите, не кикать его, это он вместо меня пойдет.